набор студентов. Время шло, и новые педагоги продолжили лучшие традиции преподавания профессиональных дисциплин и воспитания личности. Созданный на отделении ансамбль народного танца «Ровесник» является многие годы лауреатом и дипломантом различных конкурсов и фестивалей России и края. Годом официального открытия отделения «Инструмент народного оркестра» считается 1931 год, когда основатель и первый педагог этого отделения Владимир Васильевич Павличук провел набор баянистов в Преставропольском музыкальном техникуме. Отделение росло и развивалось, была открыта струнная секция, класс домры, балалайки и гитары. Организатором нового отделения «Сольное и хоровое народное пение» стал выпускник Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных Александр Александрович Козырев. Прекрасный музыкант, большой энтузиаст и страстный любитель народной песни, собиратель и хранитель ее. Отделение культурных массовых мероприятий и театрализованных представлений открыто в Краевом культпросветучилище в 1966 году. Основателями отделения стали Македонский Константин Иванович, лауреат всероссийского конкурса «Массовиков», Кесова Екатерина Сергеевна Ткаченко Михаил Иванович, лауреаты премии имени Александра Скокова, писатель-поэт Галина Николаевна Пухальская. А в 2015 году было открыто новое направление – театральное творчество. Учителя искусств, у вас дорога ясная. Учителя искусств, идите в мир прекрасного, где море добрых чувств, там встречи не напрасные. Учителя искусств невероятно разные. Мы искренне гордимся выпускниками наших отделений. Их более 5000, многие из которых добились высоких успехов в профессиональной деятельности. Это народные артисты республик, заслуженные работники культуры Российской Федерации, заслуженные деятели искусств, почетные работники культуры Ставропольского края, отличники народного образования, кандидаты педагогических и искусствоведческих наук, лауреаты различных премий, а также ведущие артисты профессиональных коллективов страны. И на сцене выпускница отделения «Сольное хоровое народное пение», класс преподавателя Ларисы Николаевны Дёптевой, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Ксения Лупа. Не кукуй, кукушечка, встречайте. Oh!
не вернется милый мой. Сгинула на войне. Ваши аплодисменты, Ксения Лупа! А на сцене ансамбль «Перформанс», отделение хореографии, руководитель, выпускница отделения, лауреат премии губернатора имени Надежды Надеждиной, лауреат премии Гран-при «Балетмейстер года» Аминат Абдусаламовна Кулешова. И отделение «Сольное хоровое народное пение» за рекою, за быстрою. Yeah.
согретый. Живи и расцветай, прекрасный колледж Боря! И театральное творчество. Мария Викторовна Калмыкова.